Чудеса в жизни случаются. И мне хотелось бы, конечно, бы сделать передачу, что-то типа, вот как это сделано и как это работает. Ну, почему бы и нет? Давайте покажем, как работает Форсан. Для этого мы приехали сюда, на Советскую 70, здесь во дворе Гургаза, вот здесь в этом сервисе. Не зарабатывают на маслах. Здесь масла самые дешевые, потому что, вы знаете, ну неправильно это, оптовую цене прикручивать две цены. Зачем? Если вы можете потом, залив сюда форсан, в смысле в двигатель вашего автомобиля, реально экономить на тех же маслах. Но самое главное — показать, как это работает. То есть в интернете полно сюжетов про то, что берут девятку, допустим, да, снимают картер масляный, вот, и запускают машину. Но мы для эксперимента взяли вот продвинутый Hyundai Accent. Ну, все делается одним планом. Мы ничего не подстроили. Кстати, картер как раз от этого автомобиля. Так, что мы делаем? Мы просто запускаем. Оп, так, где тут ключик-то? Ага, так. И вот мы завели автомобиль. А теперь самое интересное. Мы залазим под и берем с собой камеру. Для того, чтобы вам кое-что показать. Итак, нет ни склеек, нет ничего. Вот так вот двигатель работает без картера. То есть двигатель работает без масла. Вообще без масла. Кстати, пока вы наблюдаете волшебный танец коленвала и поршни, замечу. Если бы не форсан, то движок стуканул бы в течение минуты. А мы тут не спеша, планы меняем, чтобы вам было видно все в деталях. Еще раз напомним, без масла работает мотор не тазика, ремонт которого 2 дня. Если бы не полная уверенность в форсане, то запчасти на двигатель на Hyundai Accent ждать надо было бы месяц. Но факт теперь налицо. Форсан работает. Субъективное ощущение и объективное ощущение. Ну, вполне все добротно, все хорошо работает. Очень приятное ощущение. Двигатель гораздо тише стал работать. Экономия по бензину довольно-таки хорошая. Заводится вполне хорошо, при которых морозы сейчас у нас были. Ну, без всяких проблем. Все работает. Тоже верилось с трудом, но работает. Верилось, да, как-то поначалу, когда услышал, тоже как-то так не поверил, что такие характеристики даст двигатель. Ну, все работает. Сейчас это я уже проверил на себе. И у меня и шок, и отрыв. Дело в том, что люди, оказывается, зарабатывают на масле. То есть они получают масло по 150, по 170 рублей. И часто две цены туда добавляют. Вы на чем зарабатываете? Ну, мы на масле не зарабатываем, так как мы, у нас основное это форсан, нанотехнологии российские. И, то есть люди приезжают, узнают, и меняют у нас масла. И мы сразу обрабатываем двигатель. То есть у вас масла загодя заранее дешевле, чем у конкурентов. Это понятно. Теперь технология обработки форсан — это всего 2-3 тысячи рублей, имеется в виду. Полная технология, полный цикл работ. При этом эта сумма эквивалентна с одной заменой масла, ну, допустим, в дилерском центре. Но человек больше выигрывает. Совершенно верно. Человек выигрывает, во-первых, в защите двигателя. Масло у нас совершенно, ну, 800, от 800 рублей, ну и чуть там немножко со шляпкой. Вот. И 3000 стоит 2 этапа обработать двигатель. Вот. То есть у нас нанотехнологии про форсан. Только в сервисных центрах можно обрабатывать, у кого есть сертификат. Это во-первых. Вот. После 2-го этапа обработки мы выдаем страховку. То есть машина будет застрахована в Росгострахе и, естественно, гарантии. Человек же должен понимать, что если он обработал вот такой технологией Форсан Про,
то ему нет смысла потом заливать сверхдорогие и раскрученные бренды. Да, ну нет, конечно. Можно даже заливать простые наши масла. То есть ни синтетику, ни полусинтетику, а просто минеральные масла. Машина будет также заводиться и также будет защищена? Да, после полной обработки двигателя скольжение в 6 раз уменьшается, она зимой также будет заводиться, как на хороших маслах. То есть при усиленной эксплуатации форсан окупается, ну, грубо говоря, за месяц-два получается, может быть, 3? Ну, получается. В случае такси, я имею в виду. Да, совершенно верно. Но плюс еще вы экономите на деньгах для топлива, не только масло. У вас экономия топлива идет, и ремонт двигателя вам уже, можно сказать, не нужен будет. Часто задают вопрос, а вот тот форсан, который продается в обыкновенных автомобильных магазинах, что это? Ну, тот форсан в магазинах не продается. Если продается, зачем заниматься самолечением, когда можно приехать к доктору и вылечить свой автомобиль, то есть уже с гарантией. А обработано форсаном, что для вас значит? Ну, как сказали, что технологии новые эти, тоже с трудом верилось вот так вот. Но когда обкатку прошел более-менее, стала заводиться вот даже при морозах, она как будто только что заглушила машину. Ну, крутится двигатель, как будто на горячую. Ну вот съездил в Подмосковье, по экономии топлива есть ощутимо, что топливо все-таки экономится. Ну, коробка тоже включается, ничего не шумит. Ну, машина, конечно, и не старая, как говорится, но по двигателю я почувствовал, что работает лучше двигатель и тише. И теперь знаете, да, вот мы сейчас показали машину, что оказывается потеря масла, но она не смертельная, хотя лучше этого не допускать, но можно. Ну да, получается, что так, без картера работала, машина стояла уже воочию, увидел сам, убедился в этом. Где вы это чудо заливаете? Ну, здесь на Советской 70.